Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по проекту без вложений Capital Money. Значит, неограниченный пассивный доход, 100% отсутствия риска, можно без вложений. Два вида заработка: матрица и серфинг. Здесь маркетинг сами почитаете и посмотрите. Довольно-таки интересный проект. Есть группа ВКонтакте, можно подписаться. Значит, я хочу этот проект проверить на вывод. Ну, у меня как бы сомнений нет, но все-таки. Значит, на вывод у меня 10 рублей. И я активировала кабинет тоже за 10 рублей. Так. Значит, и в настройках нужно обязательно указать платежный пароль. Здесь вот есть вопросы-ответы, статистика, поддержка. Это здесь все сами посмотрите. Новости, отзывы о нас, ФАУ, так. Значит, что? Давайте вывод. На вывод. Заказать выплату. Вот так. Платежная система Payeer. Номер счета. Так. Здесь циферку, наверное, можно убрать одну. Или как-то поставить. Вот так. Там по нулям. Заказать выплату. Неверно платежный пароль. Так. Платежный пароль. Угу, я не так, значит. Номер кошелька. Я не указала. И здесь по нулям поставим. Так, и сейчас поставлю платежный пароль и продолжу. Так, успех. Ну, успешно, все хорошо. И вот денежка сразу пришла. Ок. Баланс мой обнулился. Здесь я работаю на серфинге. Это все время я тут просматривала серфинг. Переходим на почту. Даже комиссию не сняли. Значит, плюс 10... рублей 8 копеек. 10-12 выплата пользователю Елена с проекта Capital Money Pro. Ну что, проект платит. И такой довольно-таки интересный проект. Сижу на серфинге. Пока рекламку я здесь ничего не рекламировала. Здесь можно как бы свою рекламу. Так, серфинг. Заказывать также можно, добавить ссылочку. Здесь рекламить свои проекты. Значит, ничего сложного нет. Значит, трафик эконом. Так, за 1000 просмотров 40 рублей. Обычный 60 рублей. И премиум за 80 рублей. Так. Название, ссылку. И здесь выбираете трафик. Вот. Это все потом будет. Пока я ничего не рекламлю здесь. Вот. Ну, на этом все. Кому интересно, пользуйтесь. Без вложений можно и поработать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.